С виду не самая плохая дека? Нет, с виду самая плохая дека. Именно так. Привет, Сева. Валир versus Гул'дан. Так, это похоже залог, нужен бэкстаф. Ты не похож на бэкстаб. Мне прислали 3.50 с подписью DuckTales 2 или зассал. Зассал. Константин. Константин, у меня нет бэкстаба. Что ты можешь мне порекомендовать? Хантом хотел сегодня? Ну, еще успею до 22 числа и Хантом, и Рога еще наиграюсь. Костя, Костя! Такой ты неоригинальный. Так, ну что, если я сейчас обоих не убью, он может их бафнуть. Тем более у меня есть вторая. Мурлоков надо стараться сразу всех убивать, потому что если он успеет их бафнуть... А, вот он и чё, Михалыч. Манишь меня, манишь. Получаем щит. Еще адски повезло, что у меня сдача мертвая. Вот-вот, об этом я и говорил. Надо сейчас как-то убивать. Иначе мне этот друг. Наконец-то, друзья. Так, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. 2-3. Давайте, коснем немножко. Либо поменяешься, либо я тебя просто добью за бесплатно. Чувак, да ты шутишь? Ты шутишь, чувак. Да ладно. Летал, все, он не убивает. Да. Следующий. Да, Варлоку очень помог второй король Мурлоков. Там и один-то далеко не каждый раз приходит. Хантер против нас. Нарая. Ну, Хантер это не Мурлок, и с ним должно быть попроще. The pleasure is mine.
Greetings, traveler. I'll show them. I'll show them all. Here we go. С неприятным секретчиком разобрались. Осталось что-то придумать с неприятным львом. Флэйр выбросил, кстати, хорошие новости, потому что у меня же есть стелс. Ну, если вторая взрывная, я, конечно, потеряю, а если там морозная, там морозная. Хорошо, что я прыгнул в руку. Ну, либо морозная, либо змей. Сейчас змеи популярны у хантов. Мы это легко сейчас проверим. Второй флэйр, отлично, можно стелсить нашего гаджистанца. Ну, правда, не гаджистанца, не стелса в руке, но это так. Угу, давай, давай, давай. На тебе парни пожирнее. Правда, он сейчас не очень актуален, его нужно как-то перед собаками ставить, но все равно идет, когда собак пихнуть. Найс. Можешь с ним погоняться? У меня, правда, комбы нет, но если сейчас героем поднимем, то у меня дамага в руке очень много. Сейчас он меня должен бояться, не я его. Но мне нужен сейчас саб против льва, потому что льва мне поставит и... Конюк собаки. Ну, это все не очень опасно. Сейчас залью ножами то, что останется. Ножи широкие. Bring out your dead. I feel icky. Или даже так. Так, как же нам тут сыграть? Через тебя и тебя. Да не, лучше, наверное, так. Here we go. Кабан. Ладно, черт с тобой. Эй, у меня уехи кончились. А, слава богу, слава богу. Я уж напрягся. Ну хорошо, пора немножко покрутиться. Надо
карт набрать хоть чуть-чуть. Сап все-таки желательно оставить на льва. Очень хотелось бы оставить сап на льва. Мне хватит уже одного шедоу-степа, чтобы убить его. Хотя, может, и не хватит. Да, наверное, все-таки придется отдавать сап. Просто так получается. Стоило просто сапнуть. Не, сапать собачника нельзя, он просто стенку сделает. Сапать собачника — это провал. Получается, убиваю собачника лицом, у меня остается 17 хп и 0 яда. Вот не катастрофа, потому что у меня хорошая рука. А может, мне просто погоняться? Убить его. Here we go. Чекники ведь сейчас доиграли. Терпение мое, ну подаван. Так, мы дождались своего сапа. Надо уже Лерой-то в конце концов поднять. Всякие препарейшены, две штуки, у меня здесь два препарейшена, Лерой, ну и я забыл, что еще три дамага в голову. Ладно, ставим на Лероя. Четыре, восемь, 12. Не хватает. Так, отойду на минуту, сейчас приду.
Бывают ли в ХС скидки на донат? Нет. По крайней мере, еще ни одной не было. Так, киви надо глянуть, да? Смотрю. 5 рублей. Когда купишь яхту, позовешь меня. Отлично, спасибо большое. Что ж так переживал-то из-за этого? Да, дек шамана слишком ужасный. Не получал никакого удовольствия от этой деки, поэтому... Аладдина прошли? Нет, где-то на середине у меня все зависло, а потом не смог восстановить сохранение. Решил с нуля не проходить. Так, друид, я оставлю себе консил, пожалуй, в надежде получить дагестанца. Только побед на арене, что-то вроде 7500, даже чуть больше. Проблемы. В Питере холодно? Не, знаешь, в Питере нормально, честно говоря. Просто я мерзляк. Там может быть паучок сейчас. Поэтому я пойду вначале сюда. Паучок меня сейчас очень расстроит. Если паучка нет, нужно валить чувака 1-2, чтобы не нарваться на уборочного голема. Вау! Оу, бэкстап. Опоздал, правда, зараза. Ладно, я тебя прощаю, бэкстап. Here we go. Так, теперь нам нужно дагестанца поскорее топдекнуть, а то он будет мне прессовать. Тушек, тем не менее, уже маловато. О, отлично, отлично, топ-дек. Я тебе рад. Так, вот тут есть у нас проблемы. Это самый стандартный токен друид, только с этими, с чуваками 1-2. Кстати, в токен друиде очень мало существ десратлом, ему повезло очень на паука. Так, дагестанца, хотелось бы отметить, все еще нет. И это... прискорбно. Будут ли юзать Лероя после фикса? Маловероятно, он станет чересчур дорог. Но вообще токен друид дерет Миракла. Ой-ой-ой, ну теперь точно нужен дагестанец. Теперь точно нужен дагестанец. Кровь из носа. Спасибо. Спасибо, кровь из носа. Вот так, наверное, пока не пойду. Ну и теперь у меня есть один ход, чтобы... Pay attention, class. Чтобы раскрутиться. Слава бананчикам, у нас есть бананчики, но все равно, если я сейчас не раскручусь очень быстро... Так, я могу сходить лицом на 5, но лицом на 5 дорого. Но зато я себе оставлю ману. Ну на что тут ману-то оставлять? Ничего не покастуешь. Дадим тебе банан. Правда, все равно ты размах помрешь. Так, ну что я могу сказать? Я могу, конечно, спасти его. Но я, получается, потрачу второй шедустеп. Еще неизвестно, как тебя убивать. И у меня, в общем-то, рука довольно жирная. Найду, что покастовать какое-то время. Имею дракон и салатеп, и 15 карт осталось.
Поэтому если ты сейчас потратишь какие-то усилия, чтобы убить вот этих, ну, скорее всего, он даст сюда размах и сходит сюда в атаку на 5 лицом. Это наиболее вероятно. Нет, пеньки. Ну, тоже ничего. А зачем нервейт? Тут же без рёв. А, голем. Ну, тоже ничего. Хорошо, на одни пеньки потратил. Хорошие новости. Шикарный топ дек. Если сейчас дракон доживет, у нас есть ножи на 2 токена, это очень круто. Нет, банан не надо дагестанцу, он все равно не жилец. Блин, у меня когда включается холодильник, у меня гаснет монитор. Ладно, в Харстоне это не критично, но вот в какой-нибудь другой игре это может оказаться очень неприятно. Так, у меня две карты в руке, которые вообще не кастуют. Можно предположить, что это элементы комбы. На следующий ход он ей сходит, кстати, на 18, кстати, сходит на следующий ход. Может, ему все-таки сейчас дать латеба. Ну, 18 не убьет, а если я сейчас ставлю второго дракона, я тебя на следующий ход сам-то не убью, друг? Я тебя, наверное, убью на следующий ход. Да не наверное, а точно. Вот ты меня вот этот ход не убиваешь, потому что у тебя на 18. А я тебя убиваю. Еще рубль на замок и 3 рубля на нового конюка. Ребята, вы волнуете. Нельзя же иметь все, что хочешь. У меня-то не останется мечты. Полегче, полегче, ребята. И 3 рубля, и 5, и рубль. Но я рад, что вы меня поддерживаете. Будет ли бы это Дренура в ближайшем времени? Ты имеешь в виду стрим или что именно? Так, это, очевидно, еще один гомосек. Какой-нибудь Мурлок. Ну и что, бэкстап агент Шру и Мурлок и Зоолок идет в жопу. А вот не бэкстап агент Шру, и мы идем в жопу. Слишком сильно зависит от мулигана. К сожалению, у нас ни бэкстаба, ни агента Шру. Где ебаные бэкстабы? Да, сдача, конечно, капец. Буду ли взять конька после фикса? Нет. Сейчас мы с этой стенкой будем драться. Она столько дамага за это время нанесет. Меня сейчас обрадовал бы препарейшн. Там дракон, препарейшн, бэкстап, ножи. Опять булдвальд. Ну так, так. Соу-соу. Переменным успехом. Сейчас мне кровь из носа нужен препарейшн, чтобы крутануть ножи на 2, потом бэкстап на 3 и атакой на 4 в лицо. Сука. Сейчас бы я поставил монету, дракон, препарейшн, ножи на 2, все умирает, вылупляется яйцо. Бэкстап на 3, атака. Но препарейшна нет, надо как-то крутиться. Я могу просто вылупить яйцо. Может, там с дракона приехал парыш? Нет, не пришел. Ну, кто опаснее, волк или кинжальщик?
Мне кажется, волк управляемый. Кинжальщик неуправляемый дебил. Что, не бэкстап на гоблина? А зачем? Куда мне эту ману девать оставшуюся? Бэкстап мне под дракона очень пригодится. Наверное, у него руки Soulfire и демон, он думает, в каком порядке все выбрасывать. Вообще, дела у него тут хороши, он сейчас дракона убил почти наверняка. И значит, это плохо для меня. Мне жизненно важно крутануть сейчас ножи на два, но дракона он убьет, в этом я уверен. Он же понимает, что к чему. Не понимает он, что к чему? Ну это хорошие новости. Так, что, могу пушку пожертвовать? Но на 4. Ну, я так справлюсь. Правда, мне вот не нравится вот эта штука. Тут есть о чем подумать, на самом деле. Ведь останутся два малыша. Два малыша останутся. И это очень большое горе. Стенка очень сильно мешается, ребята. Я бы мог убить яйцо. И пожертвовать на 4. Да, стенка мешается. А малыши добьют моего дракона. И это очень большое горе. Ну ладно. Так, кстати, это хорошие новости, кстати. Теперь можно и весь рейд не давать. Теперь можно попытаться сэкономить дракона. Правда, я отказываюсь от большого ехи, но зато у меня дракон целенький будет. Пусть еще убьет этого дракона. Так, теперь мне нужен дагестанец, чтобы закрутиться. А то он карты берет, а я нет. Вот видите, он дурачок оказался, не убил дракона. Конечно, было убивать. Четыре, восемь, двенадцать. Чтоб ты карту не взял. На тебе. Надеюсь, ты сейчас стенку мне не поставишь. Ну, у меня есть сап на стенку. Но вот если две под аргусом. Хотя это два существа и аргус. Больше стримов, богу стримов, 52 рубля, кто-то не представился. Кто же такой, интересно? Ну, я запишу пока так, если захочешь представиться, я тебе перезапишу. Спасибо тебе большое. И мне прислали почти 5 рублей, почти 5 рублей на мозги. Ну, это какие-то я совсем куриные мозги себе смогу купить, такие у меня уже есть. Мне нужно много денег на качественные мозги. Так, приста плохие новости. Хотя, что плохие новости, как новости.
Даже, наверное, неплохие. Нормальные, короче, новости. Greetings. Рука у меня нормальная. Довольно дешево он дал первого чувака, 3-2. Может, у него второй есть на руке. Лидер, я только что проверил, это ты 52 рубля прислал? И сказал спасибо и записал тебя. Все сходится. Так, вот это вот плохие новости. Ну ладно, мы их потерпим. Мне нужен консил, чтобы на пятый ход дагестанец с монеткой консил. Где Ван Клифф? Я играю без Ван Клиффа. Ван Клифф для трусов. В каком любопытном порядке он сыграл эти карты? Так, Preparation, конечно, интересно. Надо Талоса отдать раньше, чем он сможет его забрать. То есть нужно прямо в этот ход его отдавать. Нормально, на пятый ход хиллер и сюда на 4, если там нечего будет бафать. Латепчик-то хорошо. Да блин, он достал каждый ход. О, он сейчас карты будет брать. Зажато. Ну ладно, не катастрофа, но типа такого. Развлекайся, друг. Три-четыре такая неудобная шняга на столе, конечно. А против дагестанца у него есть телка 3-5 с хилом на 4. Да блин, еще карту берет. Хорош, хорош! Совесть у тебя есть или нет? Я вижу, что нет. Это надо убить как-то в один ход. Может, нам Preparation поюзать один? Но Preparation нужен под дагестанца. С другой стороны, как все это перебить в один ход? Ну или хотя бы всех, кроме 3-4 чувака. Так, Preparation, ножи, тут 2 хп. Да, Эвик, здесь останется 2-2. Ты... Да, нормально. Две карты он уже взял. Что, конечно, неприятно. Актуален ли ментальный дислокатор? Не, не. Сейчас нечего воровать. Собака немытая. Немытая собака. Так, ну если я сейчас дам тебя и тебя, то ничего хорошего из этого не выйдет, правильно я понимаю? По-моему, правильно. Нам бы ядик бы сейчас бы. Было бы очень недурно. Anyway.
О, есть второй, отлично. Можно первый отдавать. Тем более, уже большую часть деки прокрутил без них. Нужно уже как-то хп ему снимать. Один Shadow Step потратил, это плохо. Статистика за шамана идет? Да, я знаю. Мне вообще кажется, что статистика в ранке, она немножко нелепая, потому что разных деков очень мало, и внутри класса. Статистику в ранке не глупо. Жирный такой друг. И что нам с ним делать? Ладно, отдадим одного просто так. Просто отдадим. Все равно у нас полно, а карт деки уже мало. Так, отлично. А где наши яды? Препарейшн. Что нам препарировать? Препарировать нам вообще нечего. Если мы сейчас ничего не топ-декнем, у нас препарейшн пропадет. Так как есть второй дагестанец, пусть пропадает. Но он сейчас убьет этого дагестанца, в этом нет ничего страшного. Проблема в том, что я до сих пор не снял ему хп. Мне нужно снять ему хп, чтобы добить рано или поздно. То карты кончатся. Еще он берет карту, поганец. Берет и берет. И берет и берет. Никакой совести у него. Так, ну хорошо, кажется, нам пора докручиваться до конца. Shadow Step, чудесная карта. Чудесная. Ну, топ-дек, пожалуйста. Хороший топ-дек. Тут яд такой. Нет? Рано еще? Отлично. Стоп, вначале мне возможно ждать консил, чтобы так, консил, второй яд, атака и... Второй яд? Нет, не второй яд. Жалко. Ну там как ответ, а может быть... Толк 3-5. Три карты. Две карты. Драконы под конец пришли. Без вас тут никак, друзья. Если он поставит телку 3-5, это будет не так плохо, потому что он, значит, никак не сможет похилиться. У меня тут 6, 12, 16, 18. Не хватает. Надо будет что-то придумывать. Но у меня там где-то второй яд в двух картах. У него есть телка, он хочет ее спасти. Еще 5 мне в лицо засадит, смотрите. А у меня у Ехи все потрачены. Ладно, у них мне все потрачены. Сюда. Так, ну это я фигачу сюда. Но мне нужно сначала сходить сюда. То есть я начну гореть после того, как похилюсь на 5. Но если я вначале дам сюда, ну ты можешь похилиться сюда, я потом тебя не убью никогда. Такая вот дилемма у меня. И у тебя будет жирный арбуз. И от этого никак не защититься. Ой, блядь, чё же бэкстап не дал? Ох, я понял, у меня же есть бэкстап. У меня есть бэкстап, ребята. У меня есть бэкстап на 3. Вот это я отчебучил, конечно. Я же мог почистить стол. Иотина. Да, мудак. Рашабат, сейчас погоди секундочку, доиграю. Видишь, тут серьезный момент. И так-то ошибаюсь, при том, что не отвлекался. Эмбра.
8, ну и всем по 4, да, я так понимаю? Так, это стоит мне 7 маны. Я ставлю дракона. Да, я ставлю дракона. Это будет просто наш порщик. На следующий ход я тебя должен убить. 6, 12, 16, 18, 21. То есть дракон мне нужен. С убьет дракона мне не хватает. Дракон он убьет, он просто выстрелит сюда на 2 и сходит сюда в атаку. А у меня на 21. Да. Ну ладно, все равно проиграл. Даже если бы убил Аргус, ничего не изменило. На нормальные мозги автопик арену 13.72. Кто тут не представился? На дешевых женщин и лекарства от венерических заболеваний от Улькиора. Какие еще? А, это после женщин, которые. Ну ладно. Спасибо, Улькиора. Поехали дальше. Valera versus Gerash. Victory or death. Так, воин. Воинов мы, по идее, должны побеждать. По идее. Теоретически. Правда, эти гомосеки обзавелись стенками 3-5, но все равно мы должны выиграть. С другой стороны, мы и креста должны были выиграть. Вот не выиграли. Фламирокс, я все проверил, все посмотрел. Так, кажется, мне сейчас придется отдать 2 яда на вот этого хмыря неприятно. Но его надо убить. Вару вредно давать много армора. И теперь мне нужно экономить мою пушку, потому что иначе мне нечего будет пожертвовать. Стенки 3-5 надо чем-то убивать. Ну на тебе просто кусок мяса. Чтоб ты армора много тут не копил на дракона моего. Такие смешные вещи в чате пишут. О, отлично. Это очень хорошо. Почему я до сих пор не золотых героев? Так я очень мало в ранке-то играю. Можем после этой партии посчитать, сколько у меня суммарно побед на всех чарах. Ну да, удар счетом. Пока у нас дела очень прилично. У нас есть пушка, уеха, есть чем раскрутить комбо. Надо сейчас кучу карт набрать, прежде чем он его убьет. Кернушка, ну это надо сап поднять против Кернушки. Блин, много карт сейчас придется отдать сюда. Очень много карт сожрет Керн, поканый.
Ну, карты, конечно, не сожрет, потому что беру новые карты, но он много дамага от себя съел. Прокручиваем скорее, это все бесполезные карты в этом матчапе. Даже вредные. О, может, мы прыгнем. Так, мне нужен спелл. Ой, твою мать. Да, вот это мы потратили, конечно. А ну-ка. Может, еще рано? Так, я могу сейчас прыгнуть, но там уже хп не так много. У меня тут карты есть. Не буду прыгать, пусть убивает. Тут 10 карт в деке осталось. Довольно дешево он убил, благодаря тому, что я дал бэкстап. Ну, ничего страшного. Так, у меня там в колоде где-то сап. Мне нужно ее получить. Восьмая мана может дать Рагнароса. Казнь за 6 маны. Довольно дорого. Так, теперь мой Shadow Step стоит 9 маны. Ой, 5 маны. Я могу, в общем-то, сходить Лероем и забрать его в руку. Сап я оставлю, потому что это на вторую стенку 3-5. Ответ. Четыре карты. Пойдемся уже без дрова. Афия, не дождешься. Ой, вот это врыв. Привет, Женька. О, ты даже не подписчик. Ладно, я все равно тебя люблю даже таким. Зацените, какой у меня есть любопытный зритель маэстро Буба. Маэстро Буба узрел опечатку в слове «невиновен» и предложил мне исправить, но он хочет, чтобы я исправил на слово «неуэновен», то есть «неувеновен» через «е». И это, по его версии, будет правильно. Буба, ты меня пугаешь.
charging for duty. Here we go. Eyes are open. Job's done. Follow the rules. Here we go. Of course. Some still fun. For duty. Of course. That minion already attacked. My eyes are open. Some still fun. So many options. Some still fun. Here we go. Of course.
так не люблю по телефону долго разговаривать, ребята. Так я не люблю по телефону разговаривать. Летал пропустил? По-моему, нет. По-моему, не пропускал. Да не было там летало, где вы насчитали? Когда дракон оставил. Валира versus Андуин. Лайонел. Лайонел. Снова прист. Проклятые присты. Мне кажется, сейчас так популярны стенки 3.5, можно второй саб в деку класть. Фото невесты гнума продай мне, мне очень любопытно посмотреть. Предлагает фото моей невесты. Не могу еще жениться вслепую, в самом-то деле. Так, отлично, давай, вперед. Двумя сапами играешь? Я вот тоже об этом подумаю, потому что слишком много... Ой. Тут неприятно. Ну, надеюсь, ты у меня... Хо-хо-хо! Ты еще поворуешь, что ли? Да ладно! Блин, вот это свинство. Неохота отдавать шип, потому что ко мне пришел Талнос, и мне может пригодиться шип на 2, пока поберегу его. Как-то довольно легко я выиграл паладина, я, правда, не очень следил за игрой. Он то ли не сопротивлялся, то ли я не знаю, что это было, но какой-то был вялый. Так, ну хорошо, надо ему предъявить агрессию. Я здесь! Люси по сравнению с «Областью тьмы». А что, это похожий фильм? Нет, я не смотрел, но, может быть, схожу. «Область тьмы» мне, кстати, очень понравился фильм. Отличный фильм. Так, хорошо, что он ничего такого хитрого не поставил. Я сейчас могу спокойненько проинсталлировать дракона. «Область тьмы» мне очень понравилась. Такой интересный фильм. Я сразу подумал, что ж я такой бибил. А там люди в «Областях тьмы», ух, какой умный там. Ну, он, правда, на таблетках сидел. А Люси, так кажется, фильм Люка Бессона, да? Я, кстати, Люка Бессона тоже очень люблю. Ну, началось, блин. Двумя сапами надо играть однозначно. Давай, дружок, надо тебе вайпать стол. У меня много всего. Больше ничего не буду доставлять, потому что у меня все, что есть, умирает от тёлки 3.5. Дримхак упал. Слушайте, а что Дримхак смотреть, если там нет Харстона? Mm.
Так, судя по всему, там мне... А, это дека какая-то. Я думал, там фото невесты, а там дека какая-то. Тьфу. Почему вас так возбуждают, ребята, англоязычные люди в чате? На английском говорят! Блин, вот говнюк. Говнюк. Вот пидор. А, у него нет ни черта. Фак. Так, у него нет, но он мог поднять стоп-дека. Вот, сейчас он поднимет стоп-дека. Если было, он бы дал. Ну хорошо, давайте считать. 3, 6, 10, 16, 20. Где у меня тут? А, нет у меня прыжка. А по мне надо 3. Надо эту штуку как-то убить. Надо убить, это очевидно. Так, 3. 3. 3. Это стоит 5 маны. У меня остается 2 маны. Маны — это не очень круто. Но тёлку надо убивать, это факт. Факт. Возможно, я сейчас сыграю довольно трусливо и медленно. Возможно, мне стоило сейчас поднажать вот как раз. Интересно, кто мне вот нужнее, ты или ты? Кто мне может больше пригодиться? Я думаю, хиллер здесь актуальнее. Эй, lights out. Да, по мане, конечно, кривовато очень. На одну ману больше, дракон бы. По мане через жопу, конечно, сыграл. Ладно. Мы не сдаемся. Мы ставим второго дракона. Сколько у меня карт? 15. Если я сейчас законсилю, то получается, ты не можешь снова так дать. Так, если я сейчас консилю. Еще и жертву. 21. Консил. 21. У меня потом нет... А, есть Shadow Step. 21. 6, 12, 16, 19. Тут 23 будет, это если без хила. Чем мне добавить? С руки еще один. 22. Хит эти не сниму. Да, если я сейчас законсилю. Ладно, ходим. Неприятно, типа, убивается. Такой наглый. Он все еще может убить, если... Вот если он сейчас вот до препарейшена ради крутануть, может я даже боефури отдам. Да, надо боефури отдавать. Потому что если он сейчас все-таки нашел себе комбу, как сломать, то это будет прискорбно для меня. Там еще один с карты довольно много. Если он сейчас зауешит, я, наверное, проиграю. Надо рискнуть со вторым препарейшеном. Шесть, 12, 18. Ходи. Теперь у меня на 26 комба, но мне не хватает одной маны до нее, потому что я дал оба препа. Сабмод, а это модераторы включают, выключают по своему усмотрению. На них вообще полагаюсь, Женька. Неплохо. Очень неплохо.
27, 6, 12, 18, 22, 25. Дела. 25. Блин, фартануло тебе, педрилка. Жутко фартануло ему с Сильваной. Что там считать? У него было 20... Сколько у него было? 27, да? 27 хп у меня было. 6, 12, 18, 22. У меня был Cool Blood, но маны на него не оставалось, потому что 10 маны уже потрачены. Да, это летал чата. У них всегда 11 маны. Все, теперь налетал. Даже, по-моему, верхил один дамаг. Один дамаг верхил. Да я. Еще пару партий. Заход и давай. Неужели тут есть кто-то, кто хочет посмотреть на игру охотника? Купи новую рубашку в детском мире, Женька. Слышь ты, Женька, у меня нормальная М-ка. У меня, кстати, вот рубашек, сколько, 5 штук. Пока не очень надо, но когда понадобится, я куплю. Спасибо тебе. У меня точно 5 рубашек? Вроде 5, я не знаю. Вау, теперь осталось только консил получить. Почему Харстон не всегда снизу играешь? Хороший вопрос, мне тоже больше нравится сверху. Ну, я про Харстон, ну, ты понимаешь. Я не знаю, где бы мне нравилось, если бы речь шла не о Харстоне. Так, у меня есть все, кроме консила. На YouTube? Да, кстати, можно выложить на YouTube. Я хотел залить на YouTube вчерашний Miracle Rogue, и я обрезал все на Твиче, сделал хайлайты, и 5 раз пытался залить, все 5 раз неудача. Я не знаю, почему неудача, но вот экспорт фейлит. Непонятно. На тебе порчик, перепи. Думай, что с ним делать. Ну, топором сейчас, скорее всего, понятно. Надо ему подрезать арморчик. Приятная такая штука. Одной карты убивай две карты. Разве это честно? Надо ему немножко подрезать армор, чтобы ему было не так просто убивать моих 4-4. Ну, правда, у него топоры есть против 4-4. Аренка, да, сейчас еще пару партий Мираклом и Аренка. У меня аккаунт не подтвержден, что ли? Команд, что ли? А тут все настолько подтверждено, что дальше уже подтверждать некуда. Так, я могу тебе дать дракона, бэкстап и атака. Я могу тебе дать бэкстап, атака и шру. Короче, бэкстап идет по любасу, да? Блин, надо второй саб класть. Запарили эти стенки 3-5. Все ими играют, и они раздражают.
This guy's tough. Из золотой иконки персонажа выходит и тёлочка. Тёлочка — это, конечно, хорошо, но золотые иконки — это слишком соблазнительно, чтобы от них отказаться. Боюсь, я выберу иконки. Чё боюсь? Я выберу иконки! К чему это глупое, нелепое слово «боюсь»? Что я хочу им сказать? Иконки давай! А потому что не будет вашего итальянского сыра. Так, это что-то мне не очень нравится. Навалил говна. А мне что делать теперь? Консил нужен. Так, ну это безусловно хорошо. Бэкстап — это хорошо. Наверное, придется ему сейчас подарить армору пачку. Так, я реп не давал, да? Окей. Придется подарить армору, а самому придется торгануть лицом, так нормально. Неплохо было бы топ-декнуть жертву пушки. Но ее нет. У меня есть две таких. Но из такого я могу дать только такую. Зато у меня есть такой. Не, друг. Буду надеяться, что у тебя рука неудачная. Ну, сейчас удар щитом, скорее всего. Нет! Блин, вот тут на пару это очень больно, если там сейчас есть этот... Ну, вы знаете кто? Человек 4-10, он меня убьет на следующий ход. Я ничего с ним не могу поделать, я могу только надеяться на лучшее. А у него армора, как видите, до хера. До хермора у него. Ладно, надеемся, что там нет 4-10 чувака. Хорошие новости, он меня в этот ход не убьет. Возможно, он убьет нас в следующий ход. Нихера себе. Ну хорошо, давай отбиваться от этого дерзилы. Получи еще армора, чего ж тут? Чего ж тут скажешь тут? Чего ж тут скажешь? Ничего, что тут не скажешь. 9 карт осталось. Сап пришел. Не, вообще можем победить. В конце-то завезли очень прилично. Сейчас мы еще поборемся, ребята. Мы еще повоюем. Так, нам есть о чем подумать. Сколько здесь карт? В этот ход я его не убиваю, да? Не, не убиваю, там слишком много всего. Непонятно, убивать его? Наверное, убивать. Наверное, убивать. Я потом не смогу пожертвовать пушку, но это мелочь. Начать нужно так. О, я теперь могу пожертвовать пушку. У меня теперь вообще неплохо пассиан сходится. Только меня пугает то, что у меня... мало карты, я могу сам себя декнуть.
смотрю на другое, друзья. Прям приводит в ужас, если быть честным. Дракон, ну куда же он без тебя, дракон? Без дракона тут вообще никуда. Вот так вот, собственно, руги и дерут варов. Почему это сегодня вызывало удивление? Окей. Ладно, последнюю партию Miracle Rogue, независимо от результата, а потом будет автопик. Как раз Хэрстоун или Ерстоун? Ну это как, смотря как настроение у тебя. Хантер. Хантер — это прискорбно. Нам нужна ранняя игра в виде бэкстабов, агентов Шру, яда. Ну, бэкстаб завезли. До скольки стримлю? А, не знаю, как пойдет. Золотой Хантер. Нимфетамин. Bring out your dead. Так, иди, друг, кури. Паучка он хотел надеть. Смотри, там вот прям паучок идет следом. Я готов спорить. А, не идет паучок следом. Here we go. А давайте, чтобы прекратить эти споры в чате, даже не споры, а какие-то лобные срачи, включим сабмод. А, модераторы? Guys, it's a Russian stream, so the main language of the stream is Russian. You may ask questions in English, and I'll try to answer you, but stop asking to stop talking Russian. We want to have several streams on our own language. Я яд не повесил, я должен был повесить яд. Я должен был повесить яд, я забыл об этом. Блин, ну ханты даже с этими пидорскими штуками. Ну нужен второй сап. Пипец. Пипец. Ладно, что делать. Сап. Все играют стенками, животики слишком крутые, надо их нерфить. Так, отлично. Хороший топ-дек. Найс топ-декину. Ну и хп уже мало, мало хитину. Ну топ докину найс, там лев сейчас, а у меня сапа все еще нет. Там лев. Лайон.
Я думаю, примерно так рычит. А, там Undertaker. Не, ну это не страшно. Если еще сейчас не накачаешь, я тебе сейчас все это убью, у меня будет 14. Ну, блин, это видите, это новый Хантер, он, наверное, без собак. Он уже адаптируется к тому моменту, когда все это говно понерфят. Так. Репом будем тратить? Да будем, конечно. Куда ж? Куда же без этого? А вот и САП. Это очень хорошая новость. У нас есть ответ на льва. Но ХП 14. Это плохие новости. Надо его скорее убивать. Так, могу переодеть пушку, могу кинуть эту. Тем более, что последний. Надо брать карты. Карты надо брать. Это не буду тратить. Здесь игра будет очень быстрая. Пусть убивает, но я его убью через какое-то время. Вообще, у меня сейчас ситуация вполне... Я бы сказал, в мою пользу, сейчас меня резко как-то не шлепнет. Неприятно. Вот 24 было бы лучше, конечно. Лайон! Оо! I'm a winner! Так, ну чё? Шел вон, халло. Так, мы знаем, что у него две карты, ну и третья будет. Если я сейчас дам сюда и кинжалом, блин, это жопа, конечно, мне надо не так играть. Мне надо играть не так. Ну, да, мне, к сожалению, приходится играть так. Он переставит своего проклятого медведя. Но у меня есть ножи и латеп. Я дам ножи, а так латеп. И на следующий ход планирую его убить. Дешамаулин, я не хочу никогда ни таких длительных обещаний давать. Вдруг... Да второй медведь? Да ну нахер. Да ну нахер. What the fuck? Two медведь. Hey, lights out. Так, ну ладно, ведь нахуй он не снимет через латеба, я так подозреваю. 13, 18, 22 и плюс это. Нормально. Надо только, чтобы еще стенок не было. Каких-нибудь гомотрап. Ну, здесь, наверное, не будет трап, мне так кажется. О, это точно новый Хантер, он уже примиряется. Он примиряется, ребята, к тому, что уже не будет у него ни коньяков. Сколько я проиграл? Один или два раза все партии? По-моему, не помню. Один или два, короче. Нормально. Генрейт очень приличный. Я думаю, Miracle Rogue сейчас можно очень достойно играть до 22 числа. Надо побольше поиграть, чтобы потом не скучать. И надо посмотреть, сколько у меня всего побед. Вот Друид 200. Ну, это больше всего, наверное, считай 270. Ну, считай 310. 350. 380. 420. 550, 700, 800, 920 и какого-то класса здесь нет. Какого же класса здесь нет?